Владимир Ружицкий продолжает цикл встреч с общественностью округа по вопросам ежегодного обращения к жителям губернатора Подмосковья. На этот раз глава встретился с предпринимателями. Одно из важных нововведений для делового сообщества в этом году – открытие Центра защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. О других изменениях и целях для предпринимателей расскажет Луиза Егиазарян. Повышение экономического потенциала региона остается одной из главных задач властей Подмосковья. На данный момент по объему консолидированного бюджета Московская область занимает второе место в стране. В 12 муниципалитетах созданы центры оказания услуг и поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Один из них находится в городском округе Люберцы. Созданы некие условия для развития бизнеса. Я вам за это благодарен. В частности, если мы возьмем городской округ Люберцы, то создали точно более 1700 рабочих мест. Владимир Ружицкий перечислил основные направления, обозначенные губернатором Подмосковья. Это совершенствование систем образования и здравоохранения, внедрение цифровых технологий, помощь молодым семьям и реновация объектов ЖКХ. Люберецкие предприниматели, в свою очередь, задали главе интересующие вопросы, а затем подвели итоги 2019 года и наметили планы на ближайший период. Также представители Союза промышленников и предпринимателей выбрали члена совета. Им стал Александр Кузик. И продлили полномочия генерального директора Владимира Русакова. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.